Значит, эта помада Блеск больше представляет из себя такие пробники. Не ждите покрывать, она ничего не будет благополучно. Это такая палитрочка в кейс визажиста, которая весит буквально там, не знаю, несколько грамм, которая не оторвет вам руки, которая быстро обработает губы модели, наполнит их, даже если они какие-то супер пересушенные, включая, вы видите палитру оттенков, но уже пошло перевирание по цвету. Ну, ничего не поделаешь, как бы. В принципе, стоит копейки, иметь такое можно. Значит, на заводе от Визаж можно заказать себе помады любого оттенка, включая такие гримовые. Вот здесь я заказывала черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый. Из них можно намешать любой оттенок. Это для тех, кто любит креатив. Каждая помада обходится по 100 там, с копейками рублей. Не надо вам никакого никс. Если вы креативите, там вы можете намешать все, что хотите. Значит, обязательно масло для губ. Вот это можно использовать и на губы, и на щеки, и на губы, и на щеки. Это просто must-have. Это хвалили все визажисты. А вот такие продукты, девочки, новички, их нужно иметь. Значит, я объясняю, что к чему. Вот это прозрачный блеск, очень качественный, очень хорошо работает. А вот два самых топовых блеска от Art Visage. Это для теплого подтона кожи, вот он с золотым шиммером идет. И для холодного потом тут уже тоже показывается как золотым, вообще он серебряный, табликуют вот серебряшечка. Вот такие продукты нужны, если ваши губки устали, если они. У меня, кстати, только-только стали появляться морщины вокруг губ, учитывая, что я, наверное, около 20 с лишним лет курю. И я считаю, что за то, что морщины начали только сейчас появляться, я должна сказать спасибо, что в повседневной жизни я в основном пользовалась блесками. Либо помадами, блесками, чего вам, кстати, настоятельно рекомендую делать. Вот помада блеск из разряда. Это Maybelline. Вот в таком оттеночке. Да. Вот это вот. Как бы, чтобы они были такие ухаживающие. Но если вам нужна стойкость, вот это вот как бы грим такой, очень дорогой. Я заплатила какие-то безумные деньги. В общем, лежит без толку. Надо быстрее уже его использовать, пока не испортился. Вот такой вот нюдовый оттеночек. Очень классный. Показывать на себе не буду. Некогда мне бы все это перелопатить. Значит, и девочки, вот многие писали уже под видео, кстати, большое спасибо вам, кто писал. Сейчас именно для вас я снимаю вот этот момент, который вы должны видеть и запоминать, и вообще понимать, что к чему происходит в этой жизни. Так, вот еще тоже блесочек из... Вот это, по-моему, фикс прайс я брала, вот это я брала в джайс. Да, в джасте питерском. В общем, просто яркий красный оттенок. Значит, вот они, мои матовые помадки. Мне не надо 100-500 тысяч, даже учитывая, что я работаю визажистом. Это бред иметь 200 помад, не знаю, 150 пудр. Никто потом вообще на работу с этим не ходит. На работу ходят с легким кейсом и берут то, что необходимо непосредственно. Либо если есть офис, да, там может все находиться, либо там свой какой-то салон. Значит, по поводу того, что происходит в индустрии помад, я говорила, что происходят глобальные изменения, что уже все изменилось 150 раз. Вот раритетная моя нубочка любимая. Вот Мак Селами и снова Мак. Больше всего мне нравится вот эта помада. И я ее ношу в сочетании вот с этой и вот с этой. Вот. То есть контур делается темной помадой, либо такой, либо вот такой вот фукси. А центр высветляется. И потом вот так губами
и получается такой растушеванный градиент. Но чтобы вы там не лишились губ или они у вас не пересохли, нужно сначала нанести масло, подождать, пока впитается, промокнуть и потом вот эту процедуру сделать. А контур держится, помада нифига не бюджетная, извините. Ну а вы как хотели-то? Это то, что держится весь день, это вот совсем не бюджетное. Сейчас я вам покажу бюджетное, что держится весь день. Но там есть небольшой минус. Вот помадки. Это Wet n Wild. Это помады Tinti. Если вы вот это нанесете в базу, это поверх, держаться будет плохо. А если вы вот это нанесете на губы, а потом оно у вас съестся, и вы вот это поверх нанесете, тогда будет нормально. Ну и вот мне нравится карамельный Бью. И тут я такой еще взяла для работы, такой очень прикольный тоже Бью. И вот здесь вот у меня целая куча помад. Но я, наверное, расскажу об этом в следующий раз, потому что и так я говорю уже слишком долго. Я вас всех очень люблю, обожаю, целую. Подписывайтесь, всем всего хорошего, пока-пока.